E oficial, Rusia va transfera arme nucleare tactice în Belarus la începutul lunii viitoare. Anunțul a venit de la Vladimir Putin, care s-a întâlnit la Sochi cu omologul de la Minsk, Alexandru Lukashenko. Se concretizează astfel planul anunțat în martie de Kremlin, a cărui decizie a strânit critici în Occident. Atunci Putin spunea că răspunde de fapt unei rugăminți a prietenului său Lukashenko. Сейчас отдельно с глазу на глаз поговорим. В целом ситуация стабильная, я бы даже сказал, хорошая, уверенная. Мы с вами договаривались. Все идет по плану. 8 числа, как вы знаете, 7-8 июля заканчивается подготовка соответствующих сооружений. И сразу же начнем мероприятия, связанные с размещением на вашей территории соответствующих. Мы думали, будет хуже, но пока немножко лучше, чем мы думали. И слава Богу, так потихоньку и продумаем план действий в этой ситуации. Надеяться на то, что санкции отменят и что-то, нам про это даже говорить не надо. Нам надо ориентироваться на свои силы и на себя.